К 2024 году, то есть уже через 7 лет, в Эстонии будет на 50 тысяч работников меньше. И вместе с тем, все чаще неквалифицированную работу выполняют за людей машины. Есть ли опасность того, что роботы действительно с рынка труда вытеснят людей? Спросим сегодня у Елены Полищук, которая является представителем фирмы по найму персонала Manpower Group. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, вытеснят с рынка труда – это одно дело, а вот восстание машин нам случаем не приходит. Приходится ждать, как в фантастических фильмах предсказывают? Ну, такого ужаса не случится, но машины будут, это неизбежность, и будут часть работы заменена. Но, скорее всего, это будет больше всего рутинная работа, а так полностью они не заменят людей. По данным недавнего исследования фонда Куце Кода Оска, в ближайшие годы в сфере образования и розничной торговли Эстонии исчезнут 2500 рабочих мест. В сфере общественного управления 2200, а в строительстве 1000 рабочих мест. В то же время опрос, проведенный компанией Manpower Group в 43 странах, показал, что 12% работодателей в связи с дигитализацией и автоматизацией производства планируют сокращать свой персонал. 12% это много или мало? Ну, звучит довольно-таки прилично. Стоит ли нам опасаться безработицы? Хотелось бы сказать, что мы исследовали именно работодателей, которые уже используют роботов. И позитивно то, что те, кто даже используют уже, они не сократили ни одного человека, а наоборот позволило это улучшить качество работы и условия работы людей. Безработица, я считаю, что опасаться не стоит. Стоит опасаться того, что скоро нам будет некому, нету людей, кто будет делать работу. То есть достаточно остро сейчас стоит вопрос о том, что кто будет делать ту всю работу, которую надо сделать. То есть на самом деле получается, что у нас сокращается количество рабочих рук, и эти роботы, они не конкурируют с человеком, а они скорее заполняют те лакуны, которые у нас образуются из-за демографической ситуации. Так? Совершенно верно, да. А давайте приведем конкретные примеры, где все-таки роботы заменяют людей, в каких сферах? Прежде всего, согласно, опять же, нашему исследованию, это было производство, какая-то определенная сборка механизмов, плюс еще медицинский сектор, это операции хирургические, которые требуют определенной точности, доставка товаров и дроны, то есть беспилотные устройства, которые следят за тем, что происходит на Земле сверху. Но сейчас мы говорим о достаточно сложных технологиях, а если говорить о простом потреблении, например, мы сейчас наблюдаем буквально во всех крупных супермаркетах, что человек может не идти к кассиру, а может пойти и сам оплатить покупки в пункте самообслуживания. Скажем, вот таких вещей будет становиться все больше и больше. И не значит ли это, что кассиры потом просто останутся без работы? Будущее предсказать достаточно сложно. Если бы мы знали, мы бы, наверное, подготовились. Но все, что касается кассиров и кассы самообслуживания, то есть их были введены эти кассы в помощь кассирам, для того, чтобы кассиры могли сосредоточиться на более на другой работе. Вот. Но, конечно, может быть, их будет больше, и они будут облегчать жизнь. Но, тем не менее, ни один кассовый аппарат не обойдется без человеческого фактора. Кто-то должен это ремонтировать, регулировать. Когда идет сбой, тоже нужно смотреть и как-то помогать. Вы сказали, что не уволили работодатели, заполучив роботов и машины на производство ни одного человека. Однако, по логике вещей, получается, что роботизированная техника, она стоит достаточно дорого. И, в принципе, было бы логично сократить то количество людей, которые раньше выполняли ту работу, которую сейчас выполняет машина, для того, чтобы не иметь убытки? Или все-таки действительно работодатели вот так прямо охраняют людей? Работодатель, никто никогда не заменит людей по той простой причине, что робот не может творчески думать и мыслить, и логически иногда тоже. Поэтому сокращать не будет, а наоборот, это улучшит. Люди сейчас современные должны больше быть гибкими. И каждый день уже нужно учить что-то новое, идти в ногу со временем. То есть люди, которые стояли у конвейера, получат какое-то переобучение для того, чтобы уже заниматься более творческой работой? Я бы сказала, люди не получат, не надо больше ждать, надо самим брать и идти учиться, и смотреть. То есть, если, конечно, каждый выбирает то, что он хочет, но если кто-то хочет у конвейера стоять, то может случиться так, что скоро, да, заберет робот. Но, тем не менее, дают возможность развитию. Вы сказали, что в будущее заглянуть невозможно, но, тем не менее, какие-то прогнозы все-таки на основании этих исследований делаются. И вот, в частности, была озвучена мысль о том, что в будущем в сфере образования некоторые профессии могут быть заменены роботами. Ну, возможно, у нас такой лектор-робот будет стоять у доски и рассказывать ученикам или студентам о
том предмете, который они изучают. Есть ли еще какие-то наметки на то, какие специальности могут оказаться в группе риска и отнесены к вымирающим? По поводу учителей, то есть я думаю, что передача информации может быть роботом, потому что она точно. Но все, что касается именно вдохновения студентов, кто будет отвечать на такие каверзные вопросы иногда с подколом, это, конечно же, никто не заменит учителей и их практический опыт. Я думаю, от педагогического процесса робот просто сломается, он не вынесет такой нагрузки. Вполне возможно. А если смотреть, что будет, то сейчас достаточно много финансирования вкладывается в развитие автопилотов. Соответственно, все водители транспортных средств и пилоты могут быть заменены в скором будущем роботами. Но по большей части получается, что роботы могут заменять неквалифицированную рабочую силу. А не приведет ли это, наверное, такой риск все-таки существует, к некой маргинализации определенной части населения? Человек сам решит, хочет он быть маргинализирован и идти как бы по течению, или все-таки он будет бороться и что-то изучать новое. Но есть же у нас все-таки, вот, что касается именно неквалифицированной рабочей силы, это как раз-таки та категория людей, которая, к сожалению, наименее мотивирована, быть может, и наименее заинтересована в том, чтобы получать дальнейшее образование и повышать свою квалификацию. Может быть, недостаточно было, как сказать, толчка, чтобы они были заинтересованы пойти. Когда уже будет физически это место занято роботом, я думаю, что появится возможность. И сейчас все меньше и меньше. В Эстонии людей, которые очень мало мотивированы. То есть современная молодежь и вообще даже люди старшего поколения, они настолько быстро и стремительно меняются, схватывают все на лету, и уже вот этот вот стереотип и шаблон достаточно быстро меняется. Интересно, что свежие газеты тоже посвящают этому немало внимания. И на прошлой неделе была об этом статья, и сегодня появился материал «Вести Пайвалехт», где указывается, что, например, розничная торговля и авторемонтные мастерские, скорее всего, перейдут именно на роботов и на машин, а вот в ИТ-секторе как раз-таки будут требоваться дополнительные рабочие руки, человеческие руки. Угу. Как вы это прокомментируете? Ну, все, что связано с развитием, опять же, это творческий подход, логическое мышление и так далее, вполне возможно. Так же, как и в медицине. Здравоохранение, за здравоохранение будущее, и, конечно же, мы не хотим стареть, и все, что связано вот с инфотехнологией, здравоохранением, будет развиваться, чтобы предотвратить все-таки старение и прочее, все, что с этим связано. У нас в гостях была представитель рекрутинговой компании Manpower Group Елена Полищук. Спасибо вам.